Если просто так пришел в Икею, ни зачем. Ну да, только надо сейчас посмотреть, с чем мы отсюда выйдем. Икея в Варне – это магазин-склад. Все основное можно заказать по каталогу из Софии, и вам доставят. А на месте можно приобрести только мелочи. Вот мы к этим мелочам и идем. Вот это. Что, и это тоже нужно? Смотри, какая форма интересная. Клади. Ой, подожди. Смотри, сколько это. О, 79. Так, будем брать. Еще. Вот эту с дырочками бери. С дырочками? Да. И как раз вот это вот. Комплект будет. Пригодится. Так, что там? Для льда. Возьми вон с рыбками. Такую? Синюю? Да, так они только синие. Да. А вон для мешания. О, точно. Я как раз думала, чем взбивать пеночку. Тоже два лева. Нормально. Так, что? А, ты же там губки где-то видел. Губки, давай на пробу возьмем. Тоже порвет. Налево. Перепадет. Ой, вот. Подожди, здесь сколько? Три, что ли? Где? Да, три. Получается, большая кастрюля, да. Большой ковшик и маленький ковшик. Это еще и с крышкой. Так, погоди, значит, это у нас... И что это стоит? Где? Вот, 2,20. 19,99. 20 евро. 10 да. Евро. У нас получается дважды сколько? 7. Так. Ну что, это надо взять в комплектик. Как раз нам. Куда идет? Ну что, берем? Куда деваться? Ну и как в Икее не побаловаться, не поиграться, не пофотографироваться? Вот так. Нормально по мелочевке на 30... Сколько, 31 лев получилось? Да, 31 лев. Но самое главное, я довольна этим новым кастрюлем. Да. Самое главное, что а купить. Теперь мы идем в Декатлон. Посмотрим, что там. Ну, потому что он рядом. И тут на глаза попалось что-то новенькое. Так, это что такое? Зора. Знаешь, что это такое? Я не знаю, но здесь нарисован техника. Значит, скорее всего, что-то с электроникой. Ничего, Samsung, Philips, значит, электроника. Lenovo. Ну, пойдем посмотрим. Все равно нам нужно кое-что прикупить. Действительно. Чтобы вот нам не посмотреть. Спроси. Ты спроси сразу. Есть? А как они называются? А слушалки има? Да. Вот только страдата. Да, благодаря. В смысле, наушники мне нужны? Я свои где-то потеряла дома. В доме, я точно знаю, потеряла. Хорошо, так, хоть в доме. Ну хорошо, это какой-то супермаркет вот, техники, да? Не, ну это какие-то огроменные слушалки. А может, мне как раз такие надо? Тогда точно 50. Не потеряешь. Да, тогда точно не потеряешь.
по-моему, такие тебе. Ну, типа, да, желтый. Опять что ли у нас сегодня? Все желтое. С микрофоном. А микрофон хороший? А, это я уже не знаю. А вот такой вот это нету, что для камеры это как раз микрофон. Не, ну вот это для камеры. А сколько они стоят? А, вот его звенькие. Очень все низко. А где цена-то? Вот, это 11,90, 16,90, 16,90, 19,90, 19,90. Вот а вот там 10, вот... какая-то, по-моему, с микрофоном. А, нет, с микрофоном, стоп, все. Вот, в принципе, вот, только голубые. А, есть красные. Нет, голубые, красные, не хочу. Серые. Аккумуляторы нам стоит. Тоже нужны. У нас... Очень много уходит энергии на все эти съемки. И что? А? На чем? Очень как-то. Посмотреть, что-нибудь это попроще. Это тут а вот это наверху что? Это стекло. Стекло для телефона. Защитное. Мышки. И это значит мышки. Вот давай сразу одну батарейку посмотрим. Да. Подходит? Да, 5-8. Ну все, так, давай. Убирай. Да, и тоже до 21. Всякий день. Всякий день. Еще не работает? Смотри, по народу ты давно сказал, на китайском, да? На английском его написал. Но помню, на русском, на русском, на китайском, на английском. Чудесно. Так, давай только это, что-то конкретное тебе надо. Что-то конкретное, бессонарское, спортивное. А вот как? Стрельцы. Это какие-то... 50, да. Я не знаю, я в Москве уже давно не был, тут как маленький. Не знаю, как там цены. Обувки. Сандали не нашел, как и хотел. Нет, сандали не нашли. Будем искать дальше. Да. Пошли дальше. Слава богу, здесь ничего не купили.